Всем приветики. У нас вот такая вот пасмурная сегодня погода. Но на улице очень жарко. Не знаю, градусов, наверное, 27. 25-27, наверное. Вот. Ну хорошо, что солнышка нет. Мы сегодня в зал идем пешком. Потому что по жарище на солнце невозможно идти в зал. Вот. И пока идем, я вам хочу сказать, потому что сейчас в личку поступает очень много сообщений, в основном по поводу адвоката, к какому адвокату мы обращались, ну и все такое прочее, да, видео как бы я сняла по ценам, вот, и сейчас спрашивают данные адвоката, она разрешила говорить ее контактные номера. И задается такой вопрос, можно ли с адвокатом созвониться в скайпе там или по телефону и обсудить какие-то свои вопросы. Насколько я знаю, можно, потому что у нас знакомый один, он еще, будучи в России, звонил и разговаривал с адвокатом по скайпу. Но эта услуга не бесплатная. Я предупреждаю сразу, и многие начинают писать, ну, типа, а за что деньги берутся там вообще? Как бы, что там по телефону-то поговорить? Мне кажется, что ни один адвокат не будет бесплатно разговаривать по скайпу. Тем более это Америка. Тут вообще бесплатно ничего не делается. Вот. И мне кажется, что ни один адвокат бесплатной консультации по телефону или по скайпу он не дает. Сколько стоит консультация, вы можете узнать у нее лично. И дальше уже вы оплачиваете и созваниваетесь с ней. Вот, наверное, ответила я на вопрос, потому что ну, как-то все начинают так возмущаться, за что берутся деньги. Ну, адвокат тратит свое время на вас. Тут оплата почасовая. И во сколько она расценивает свое затраченное время, столько и просит денег. Наверное, вот так вот. Вот, все, всем пока-пока.